Всем привет! Вы на канале Домашнее подворье Прибыльное хозяйство. Сегодня занималась консервированием домашней тушенки. По такому случаю хочу рассказать о своих мускусных утках. Когда только начинала заниматься птицеводством, долго не могла понять, почему мои селезни набирают только 2,5 килограмма максимум. А в интернете писали, что норма 5 килограмм и выше. Я настойчивая и упертая, и 2 года откармливала своих маломерных мускусов. Расти они не собирались. В округе у всех в хозяйстве такие же утки. Особая гордость индоутки коричневого цвета. И таких я тоже купила. Но от цвета вес не менялся. Спасение пришло, когда на просторах интернета нашла бешено дорогие яйца, как мне казалось на тот момент. После этого у меня получилось разобраться, где же собака покопалась. Мускусные утки – немецкий стандарт. Я еще встречала информацию о французском. Именно этот материал в интернете и называется домашней мускусной индоуткой с весом 5 и более килограмм. Кому интересно, смотрите дальше. Я постараюсь показать те фото и видеоматериалы, которые у меня собрались за годы. В интернете много информации, очень разная. А вот такие они у меня. Зрелый селезень действительно весит около 7 килограмм. Уточки набирают 3,5-4,5 килограмма. Вес немного колеблется в зависимости от сезона. Яйценоскость у этих уток, как у более мелких сородичей. У меня начинают нестись в апреле и точно несутся до июля месяца. Некоторые дотягивают до августа. Мясо – это самый приятный бонус. Сегодня был забой, поэтому постараюсь показать все подробно. Есть тушки селезней. Они вылупились с 19 мая. Съемка видео 7 октября. Вес тушек 2 килограмма 900 грамм и 3 килограмма 200 грамм. И еще есть тушки уточек 2-го года. Подчищала стадо. У них вес тушек 2,5 и 2,600. Успели накопить жирок в зиме. При этом у них все равно мягкое и сочное мясо. Работать с тушками приятно. Я обычно их делю на части. Для запекания идут грудки, бульонные части и части для тушенки. Это крылышки, шея, ножки. Еще я хочу показать материал по динамике роста утят. Селезня зовут Помпа. 2 его уточки и стадо маленьких барсучков. Помпа второгодка. Уточки его ровесницы. Прекрасно нарастил пирог к зиме. Когда он защищает свою семью, то просто перегораживает двери в сарай своим телом. Жерсицы не рискуют с ним связываться. А вообще он добрый, достается только конкурентам-селезням. Обычно я не даю уткам садиться на яйца, но в этот раз утка меня обхитрила. Вывела утят в первых числах августа. На момент съемки было 17 октября. Несмотря на то, что сейчас середина осени, утята неплохо растут. Мама утка прекрасно их защищала в курином вольере.
Также нашла фотографии, где только начинала работать с немцами. На фото немец и обычная мускусная маленькая индоутка. На момент съемки ей было 2 года. 3 месяца утенок ее догнал. Вывод какой? Мускусы действительно могут весить более 5 килограмм, но только от правильной линии. И не забывайте, для инкубации должен быть правильный материал. Лучше всего брать яйца для инкубации 85 и более грамм. Все, что меньше, это ваша дополнительная головная боль. Ставьте лайки, если видео оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на канал «Домашнее подворье. Прибыльное хозяйство». Пока-пока, до новых встреч!